прошлом году Нью-Йорк Таймс сообщила, что в польской деревне Мейша-Аджанске почти 10 лет не рождались мальчики. На момент составления отчета за прошедшие годы родилось 12 малышей, все девочки. Этот странный факт привлек внимание средств массовой информации после того, как деревня отправила полностью женскую команду на соревнования молодых пожарных добровольцев. Вся деревня состоит из одной единственной улицы, и можно только представить, как удивились местные жители, когда к ним приехали телевизионщики, чтобы выяснить, откуда такой гендерный перевес. Группа ученых и врачей отправились к мэру города, чтобы выяснить, есть ли у него какие-то подозрения, почему так происходит. Нашлись врачи, которые рассказывали местным жителям, что нужно делать, чтобы появились на свет мальчики, тут и увеличение потребления кальция, и народные средства вроде топора под супружеской кроватью. Начальник пожарной части поселка сообщил журналистам, что это продолжается уже несколько десятилетий. Он сам переехал сюда из другой деревни, женился на местной девушке, у пары уже двое дочерей. У его соседа тоже одни девочки, а он хотел бы, чтобы был сын. Но без особой надежды, такого в деревне Мейша-Аджанске не бывает. Мэр области изучил свидетельства о рождении, выданные за несколько десятилетий, и обнаружил, что мальчики на свет все же появляются, просто очень редко. Жители деревни уверены, что это вопрос случайности, как подброшенная монетка, никакой медицинской подоплеки тут нет и быть не может. Возможно, они даже правы, поскольку The First News в мае 2020 года сообщили, что в деревне наконец-то родился мальчик. Бартек Милак появился на свет 2 мая 2020 года. Вся деревня рассматривает его рождение как маяк надежды на ее дальнейшее выживание, поскольку население медленно и неуклонно сокращается. Правда, не из-за того, что рождаются одни девочки, а от того, что никому не хочется жить в деревне с одной улочкой. К сожалению, мальчик Бартек родился не такой крепкий, как его предшественницы, из-за высокого С-реактивного белка малыш какое-то время был на антибиотиках. Мама Бартека Анна рассказала, что рождение ее ребенка – двойное чудо, потому что до этого ей пришлось собрать крупную сумму на то, чтобы Бартек вообще появился на свет, чтобы она смогла его выносить. Еще в прошлом году мэр на радостях предложил награду следующей семье, у которой появится мальчик. Правда, празднество пришлось отложить из-за болезни Бартека. Фото Getty Images.